Всем привет, друзья! С вами Закупыч, это ваша любимая рубрика «Посылка от подписчика». Откуда приехала эта посылка? А эта посылка приехала от Бубенина Анна. Откуда? Тульская область, город Тула. С улицы... Ладно, не буду говорить, с какой улицы. В общем, посылочка приехала из Тулы. Очень интересненько. Что же там внутри? Адрес, куда вы можете присылать ваши посылки, находится в описании. К описанию к этому видео внизу можно почитать, куда мне можно присылать посылки. Вот, давайте открывать и смотреть, а что же там внутри. Очень интересно. Только не забывайте потом трек номер отслеживания прислать мне в группу ВКонтакте или в Инстаграм Закупыч. Итак, это у нас вот такая посылочка с миньончиками Закупычу от Сони. Ой, мне кажется, Соня мне присылала посылку, или я могу ошибаться? Соня из Тулы, посмотрите, как красиво все оформлено. Алмазики даже какие-то, она сама рассказала. Тут и Бубо Болеро даже есть, ничего себе, акционные наклеечки. Так, открываем. Интересная упаковка. Соня, тебе привет отдельно от меня. Большое тебе спасибо. Итак, открываю раз. Открываю два. И... А, тут со всех сторон заклеено. Открываю три. Открываю четыре. О! И теперь... Ларчик открылся. Вау, какое письмо классное. Привет, Закупыч, меня зовут Соня, мне 8 лет, я живу в Туле. Тула, привет, Соня, привет. Мне нравится смотреть твой канал, вот решил тебе послать посылку, надеюсь, тебе понравится. Желаю тебе миллион подписчиков, Закупыч в Ютубе. Уху! Спасибо большое, Сонечка, очень приятно. Итак, давайте вот так в сторону откладим. Хоп. И что это такое? Слушайте, это какие-то ретро-игрушки. У меня такие были в детстве. Серьезно, это игрушки, которые перевертыши из моего детства. Ну-ка, такой мешочек красивый. Смотрите, это типа статуя с лицом, а вот так это поезд. Да, в мое детство были такие игрушки. Это в Туле такие делают, что ли? Потом, смотрите, вот так это зайчик. Видите? Зайчик лежит. А если его перевернуть, то получается вот такой пеликанчик. А это кораблик, видите, то есть плывет лодочка, плыви, вот так хоп встает, и это получается девочка из хора, возможно, даже из церковного хора вот поет. А поставь лайк, пожалуйста, она поет. Так, далее, ой, слушай, как все запаковано качественно, Соня, да ты мастер упаковки. Это тачка, это что это? Это Рено Сандеро. Рено Сандеро, коллекционные машинки от Рено, кто это делает? Рено Сандеро Кенг Флей Тойс. Это какая-то китайская Рено Сандеро. Она ездит? Она ездит хорошо, но моторчика никакого в машинке нету. То есть она просто катается. Она очень хорошо катается. У нее эти не открываются, ничего. Такое ощущение, что здесь должны были открываться всякие штуки. Ой, что это такое? Это что-то, это нежность какая-то. Мелко со снегом. Снег из Тулы приехал. Но я думаю, это, наверное, китайский снег внутри. Ну-ка, откроем. Ой, какая нежность. Послушайте. Очень нежно, слушай. Ну, конечно, плохо будет, если у вас такая штука порвется, и вас остановит полиция на дороге. Это будут вопросики. Очень приятная мялка, слушай, прям вообще офигенская. Так, это какая-то типа бакугана штука. О, видите, типа это вот такой зайчик, если его ударить, то он у нас открывается и получается мишка. Вот такой мишка с ушками. Я забыл, как эти штуки называются, это китайская игрушка народная, можно сказать. Ой, уши застряли, а как уши сложить? Надо было, наверное, сначала уши складывать, да, потом оно закрывается. О, вот так надо делать. Так, ой-ой-ой, что-то упало. Не падать. Так, это игрушки ручной работы. Ничего себе! Вау! Вы посмотрите, какое мункасино! Вы только посмотрите, какой классный! Как это сшито плотно, ребят, это реально очень плотно сшито. Вот это мастерство. А кто это делал? Соня, напиши, пожалуйста, в комментариях, кто это делал. Такие штуки можно продавать рублей по 500, серьезно. А Мункас своими руками и Мишка.
Как его? Подарки своими руками в посылке от подписчика. Как назвать это видео? И Мишка такой клевый. Да, и Мишка очень клевый. Слушай, где вы это взяли? Кто это так делает? А что это? Кто? Как называется вот этот? Как это шьется вообще? Как называется этот стиль шитья? Вязание. Стиль вязания, наверное. Кстати, мой брат вяжет. Он сейчас, наверное, уже перестал вязать. А когда ему было лет, там, не знаю, 15, он вязал игрушки тоже сам. Так, это игрушки из Макдональдса, по-моему, или из Бургер Кинга. И у них были какие-то способности. А, вот этот умеет ездить. То есть, видите, его отводишь назад. И у него очень-очень хороший механизм. И также есть какая-то переключалка. А что делает эта переключалка? Кто знает, что делает эта переключалка? Я просто не разобрался. Может быть, он должен светиться или что-нибудь такое делать прикольное? Слушай, прикольная игруха. У меня такого не было, кстати. Это у меня новинка. Так, это... Что это такое? Слушай, какая классная посылка. Что это такое? Посмотрите, какие няшности. Они, наверное, даже с Лего совместимы или нет? Посмотрите, какая милота. Это какие-то оригинальные игрушки. О! Мы ее раздели. О, нет. У нее, наверное, и парик снимается, да? Да, и паричок у нее снимается. Ну-ка. Хоп. О, видите? Это как кукла Лол. У них такие одежки классные. Это в мою коллекцию. Так, это пакетик от часов. Давайте смотреть, что там. О, кстати, прикольно, что ты мне прислала вот эту акцию с доминошками. Мне подписчик прислал коробочку, где эти доминошки нужно хранить. То есть у меня теперь будет вся коллекция. Смотрите, здесь у нас есть и прыг-скокер. Давайте проверим, как он скочит. О, скочит хорошо. Потом здесь есть Звездные войны редкие, смотрите, которые переливаются. Это из акции Магнит Звездные войны. 5 лет назад была такая акция. Также есть бам-бам. А наклейки есть? Эх, не, наклеек нету. Это птички, смотрите какие. Это Angry Birds. Так, потом тут еще Angry Birds. А, наверное, в те времена наклеек не было, да? Я прав? И Императорская Королевская Гвардия. Потом есть Гарри Поттер против Соколиного Глаза. Также есть Гарри Поттер Невидимка против Волан-де-Морта, который светится в темноте. Вот эта фигурка светится в темноте, причем очень и очень хорошо. У меня вся коллекция. Потом есть Небула, и ее хочет съесть прыг-скокер. Ам-ам. Небула, я твой фанат. Так. И вот они, доминошки из акции. У меня для них теперь есть мешочек для хранения. Уберу его в мешочек. Вот видите. Кто собирал такую акцию? М? Признавайтесь в комментариях. Так. О, ну и, конечно же, посылка из Тулы не может обойтись без тульского пряника. Пишите в комментариях, какой вкус тульского пряника у вас самый любимый. Здесь у меня с фруктовой начинкой и пряник с смородиновой начинкой. Мне из этих двух нравится со смородиной, но мой любимый с медом. А вот, они все с медом. Но мне нравится просто с медом. А это со смородиной или с фруктовой? Вот, смотрите, вот такие тульские прянички. Что здесь еще есть? Тут есть магнитик, по-моему, Тула. Обязательно как-нибудь приеду в Тулу. Так. Смотрите, тульский пряник. Магнитик. Магнит Полистоун. Надо это отклеить. О, и приклею к себе на холодильничек. Вот такой магнит в виде тульского пряника. Очень красивый. Так. Вот и все. Остается у нас вот такая переливашка из пятерочки. Тролли большие, гастроли. И куча-куча-куча всяких приколюшечек. Так. Давайте открывать. Куча киндеров в посылке от подписчика. Так. Ну прям реально очень много. Смотрите, здесь есть свитбоксы вот такие красивенькие. Также есть тачки. Еще есть кто это? О, это из Шрека фигурка. Откуда это? Это в киндерах было или откуда это? В свитбоксах было?
Первый раз такое вижу. Здесь также есть заяц из вот этого самого. Потом есть птичка. Машинка, которая умеет пуляться. Скорее всего, ее можно запульнуть. Это из киндера. Потом также есть вот такая штука. Что она делает? А, это типа это самое увеличительное стекло, чтобы разгадать загадку, да? Да, это увеличительное стекло для загадок. Да, это точно, это Маша-путешественница, то есть Даша. Даша-путешественница. Жулик, не воруй. Здесь также есть My Little Pony, Натунсики, есть фиксики всевозможные, тачка на прокачку, есть этот брат этого самого из гадки я. Вот брат его. Он умеет стрелять, да? А! Тяжело стреляется, наверное, засох. Это Hello Kitty и еще Крош. Также есть конь Игорь, или как его там зовут, только он в виде конька-горбунка. Потом есть вот такие киндеры, которые умеют бегать быстро. Есть петух из бременских музыкантов, только он какой-то странный, уставший. Есть вот эти Звездные войны киндеры знаменитые, которых мне понаприсылали уже миллион. Есть вот такие типа Лего. Есть бабушка даже вот эта из этого Три богатыря. Вот он, жулик. Жулик, не воруй. С увеличительным стеклом. Также есть вот такие поняхи. У меня, наверное, их тоже вся коллекция уже. Есть машинки. Есть Том и Джерри. Есть просто тачки. Есть прилипалы, которые вот эти, щенячий патруль. Также коала и розовая вдова. Черепашка-ниндзя и это, божья коровка. Есть вот такой орёл. Также львы и натунсики. Заяц из смешариков. Также вот такой... А кто это красный? Я даже не знаю, кто это. Красного не знаю, кто это. Так, остается еще один натунсик, который обнимается. Шрек! Ой, какой прикольный Шрек. Слушайте, это брелок Шрек. Это в мою коллекцию брелков. Есть вот такой этот Хэтчималс. Есть вот этот, который превращается, видите, из Чудо-семейка. Вот он превратился в этого мутанта. И вот так, как, ну погоди, ручка, переворачиваешь его. И это обычный малыш, супергерой. Так, это подставка для героев. Это вот такие едет и... У нас Натунс Киндер Выдра. Огромная гигантская выдра, по-моему, называется она. Это у нас Иванушка Дурачок, или как его, Стрелок. И это тоже разбойник, Соловей-разбойник из этого, из Три богатыря. И против него выступает Шарик. Слушай, какая крутая посылка. Ну, конечно же, всего меня порадовал больше всего вот этот Амункасина. Тульский пряник, вот этот магнитик, и вот эти игрушки-вывернушки из моего детства. Вот у меня в детстве точно такие же игрушки были. Кажется, как будто это самодельные, кстати. Вот, смотри, какой валь. Ручная работа. Мэйкая милота. Вот к чему надо стремиться. Друзья, большое вам спасибо за посылки. Большое спасибо городу Тула за таких замечательных людей, которые присылают посылки. Вот. Это из Тулы у нас уже получается 2 или 3 человека есть, которые посылки присылают. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Закупыч. До новых встреч. Всем пока-пока. Всем привет, отдельный.